исследовательской и творческой деятельности учащихся в современном образовательном пространстве. Под таким названием прошла конференция в этом году. В рамках фестиваля науки уже в 7-й раз у нас проходит научно-практическая конференция исследовательской и творческой деятельности учащихся. До этого она у нас была региональная, а в этом году она у нас приобрела статус межрегиональной. В научном мероприятии приняли участие школьники из Татарстана. Я не в первый раз участвую, я уже участвовала несколько раз. И сегодняшняя тема про местную поэтессу. Подготовка таких проектов, участие в таких конференциях, для чего вообще нужно? Для того, чтобы развить нашу речь и чтобы узнать еще больше. В течение всего дня в рамках конференции шла работа по секциям. Более 100 проектов школьников было представлено участниками мероприятия. По итогам конференции будет выпущен сборник практических и научных работ учащихся. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Наше время.